пройду или нет, как считаете, магазин? Мне кажется, вам ближе будет вот выйти и вот так зайти. Просто так вы будете подниматься, потом спускаться, выходить на улицу. А, даже так? Да, мне кажется, вам будет спуститься, вот чуть-чуть туда пройти. Да. А вы хотите познакомиться? Да, с удовольствием. Спасибо да, большое. Приходите к нам за подарками для здоровья. А если у вас внутрь? Ну да, пожалуй, да. У вас спрошу первый вопрос. Да. Ой, скажите, бывает такое, что вот тут вокруг ногтей сохнет грубость? Я полагаю, да. А? Я думаю, что да. Ага, можно штучку вам покажу, чтобы вы знали, вам или да, вам знакомым. Да. Смотрите, есть такая вещь, можно руку, которую пишете. Ой. Ну, пожалуй, ага. Тут рука. Да, давайте. Смотрите, как бывает у нас. Не очень они, правда. Да вот смотрите. Подсыхает вот здесь и кутикула у вас. Да. Вы руку так можете поставить, чтобы она у вас не отекала. Угу. Что делаем? Берем и вот так вот. Затираем. Пилочка работает только по сухой коже. Живую она не трогает, не поднимает, да. А всю сухость снимает. Соответственно, мы ничего не режем. А чем она отличается от пилочки? От обычной? Да. Обычные пилочки, они для ногтей. И вообще пилочки, они махрят. Они махрят ноготь, расслаивают. А если вы будете ими кожу пилить, у вас живая будет, как теркой вы натрете, все равно, что абразивной поверхности, все равно, что тереть. Да, будет все. А здесь нет. Здесь специально запатентованное покрытие, которое только сухую кожу. То есть при постоянном использовании у вас будет это все сглаживаться, нарастать меньше будет, а живая не будет подниматься. И вот так мы это запиливаем. И теперь смотрите, плашмя бочка, а кутикулу вот так, давайте опустим. Да, кутикулу пододвигаем. Так. Сильно ничего не ковыряем, вот пододвинули то, что пододвинулось. И кутикулу под углом пилим. Вот так. И таким образом, то есть нам ничего не надо будет резать, чтобы там лишнего, знаете, тоже не отрезать. Скажите, пожалуйста, я, честно говоря, там день рождения у одного человека. Ага. Я в пассаж шел в Ревгош. Скажите, если рассмотреть в виде подарка женщине, что вы можете посоветовать? Надо знать, смотрите. Ну, бюджет там в районе 100 евро, предположим. Это в рублях сколько я... Ой, 10 тысяч, 8. Ага. Ну вот набор у нас маникюра, но надо понимать, если она делает покрытие, вы не замечали, у нее покрытие нет? Ну это лак или что это? Да, это вот гель-лак, они твердое делают, в лампе запекают. Нет, нет, точно нет такого, 100%. Сама делает она? Да, я думаю, да. Слушайте, вот эта штука, она не просто ногтям помогает, она их восстанавливает. И у нас привезли новую. А какая штука? Сейчас покажу, набора. Сейчас я вам быстро все покажу. Просто это премиум класса маникюр без обрезной. И кожа восстанавливается. Потрогайте. И посмотрите. Да. Слушайте, ночью день. У меня так и все ногти. Это я чуть-чуть это. Значит, смотрите. Что дерево нужно, интересно. Берем. Вот этот набор. Выглядит он вот так. Открываем. Раз. Пилочка вот эта. Да. Дальше показываю. Карандаш, пальчик давайте на вас покажу. Тот же самый. Да. Видите, напилили. Живое осталось. Мы сейчас должны это вот этим карандашом, это инструмент. Масло лаванды, абрикосовые косточки поступают в пензу. Да. Мы пододвигаем все живое, что не спилилось, для того, чтобы оно подсохло и спилилось в следующий раз. Дня через два, понимаете, да? Да, конечно. Подвинули. Видите, пленки наши полезли? Да, да, да. Это нормально, это нижняя кутикула. Вот тут оно у нас превращается в заусенцы. Да. Как мы от этого избавляемся? Берем и маслами вот так это все вычищаем. Скажите, этот карандаш, он требует заправки? Нет, он полтора года служит, год-полтора, и потом заканчивается. Потому что если вы будете заправлять, там масла прогоркнуты, вы в прогорклые масла, то есть проще новый купить и пользоваться. То есть он отдельно продается? Да. Просто по отдельности это чуть все дороже, чем вот этим комплектом. Этот комплект идет с максимальной скидкой, он стоит 10 400. Нет, просто если у вас девушка делает сама ногти... 100%, я думаю. Это просто восстановление, это не просто красота, это здоровье. Да. И я считаю, что это, это премиум класс, это, я не знаю, это дорого, красиво. Значит, смотрите, вот так делаю вам сейчас быстро, если что, говорите, у каждого своя чувствительность. Нет, я ничего не чувствую, спасибо.
Значит, сейчас мы это все подвинем. Пленочки все наши убираем. И кутикула маслами подпитывается здесь. Да. Значит, она свой рост замедляет постепенно. Ногтевое ложе питается. И еще раз повторюсь, мы сейчас подвинули, подсыхает, в следующий раз пилочкой прошлись, все это подшлифовалось. Это человек предполагает, что он сам это все знает? Я вышлю обучающее видео. Даже так? Да. Вы когда купите, я вам вышлю обучающее видео, вы отправите девушке, ну или вообще как-то анкету заполню, чтобы очки были, эти бонусы. Ну посмотрим, короче, то есть мы не бросаем клиентов, если что-то не получается, мы обучаем. А, даже так? Да, естественно. Посмотрите. Ну, вино чудес, по сравнению с тем, есть с чем сравнить, вот это еще. Да. И еще, ножку, чтобы нам не резать, ничего с ним не сделать. Смотрите, девочка нового поколения, трогайте. Видите, она не шершавая, и она не будет ничего ноготок. Я пилить ничего не буду, потому что длины нету. Она запаивает, она собирает края ногтя вместе и запечатывает, смотрите, запаивающим эффектом. Подпиливает ноготь ровно, словно подрезая его, собирая все слои ногтя в один и создает идеально гладкий, блестящий, как стекло, срез, без неровности и зазубрин. Да. И, соответственно, можно подпиливать ногти, покрытые гель-лаком. Ни один мастер, вот любого скажите, говорит, ой, не трогайте гель-лак, иначе расслаивается. Вот это можно делать. То есть, если, например, слоятся ногти или что-то там, или они бывают за деликатные ткани цепляются, все, берем, подпиливаем. То есть мы длину не убираем, можно и длину убрать, но нам нужно только запаять. Вы чувствуете, дребезжит, ну как бы вот туда-сюда. Это микро-микро трещинки. И мы их вот так вот сглаживаем, пока не начнет проскальзывать. Проскальзывает все, значит, ноготь запечатанный. И он, соответственно, растет, крепкий, и не будет, особенно если девушки делают гель-лак, сняли его, и он снимается с тонким верхним слоем ногтя. И когда он отрастает, микрочешуйки подцепляются, этот ноготь отрастает долго, он хрупкий, ломкий. То есть это вам, ну, мало ли, у знакомых. Вот, ну, в принципе, это можете потрогать. О, ну я вам чуть-чуть. Ну, ночью день, да, безусловно, день ночью. И смотрите, еще важный момент. Ногтевая пластина с полировкой. Надо быть осторожным, потому что полировки часто снимают верхний тонкий слой ногтей, и ноготь слоится. Да. Это так не делать. Здесь запатентованное покрытие, потрогайте. Как бархатная бумага. Точно. Делается на заводе, где Samsung делает тряпочки для экрана, чтобы ничего не... Давайте. Что делаем? Он снимает, опять-таки, не все подряд. Вот у Royal Tools запатентованные покрытия, которые не подцепляют того, что не надо. Он подцепляет только живое. Господи, наоборот, сказал, напугал. Только мертвое. Нет, я не понял, да. То, что не нужно, я не стал. Да. Вот, и он это подчищает. Как будто даже повернуть легко. Да, он просто убирает омертвевший слой, который грязь впитал, вот верхний самый-самый. И потом мы его, вот это тоже, это чуть понежнее, мы вот это стряхиваем все. И вот эта штука растирает пластину, разогревает и вашими маслами создает защитный слой. А который мы уже нанесли, карандашом. Она, не, маслами даже, которые просто в вашем ногте, у вас же ноготь с маслами природными. То есть те, которые он обрабатывает для этого. Вот даже без них, то есть он берет, разогревает, и, например, моете вы посуду, или женщина решила накрасить обычным лаком. Да. Во-первых, лак на это ровнее ложится. Раз. Два. Она его снимает, ноготь блестящий. Химия от лака в ноготь не пошла. Ну, это золото. И плюс, если чешуйки ноготь слоится, мы заполировали, он сравнивает, не снимая живое. Заполировать, пилочка будет край запаивать, все, ноготь растет восстановленный. То есть не просто красивый или что-то там, а это именно здоровье. Смотрите, это я вам чуть-чуть. Оля, он блестит. Да. А можно так, что он прямо будет как бесцветный лак. Да. Скажите, пожалуйста, какой еще вариант нет для понимания, для сравнения? Вот этот набор я уже понял. Да, что можно к нему терочку, но терочка там, просто если пяточка или что-то есть, то она тоже снимает только сухое.
Значит, у нас есть для здоровья внутрь, вот есть здесь весь, ну, видите, такой новогодний. Это коллагены. Для женщин хорошо тоже. Это внутрь пить. Да, я понимаю. Волосы, ногти, гормоны. Есть вот такая штука, ну, 27, тут у вас. Ну, это бюджет не мой, сразу могу сказать. Да. Это внутрь тоже всякие штуки. Есть керамическая бутылка термос, держит часов 7-8 горячую и ледяную воду. А сколько такая стоит? 4300. А вас не затруднит открыть, я посмотрю, что там. Ну вот, с колпачок, да, черный. Так, есть еще за 900 рублей с трубочкой. Ну как, куда можно трубочку сделать? А, вот я вот хочу посмотреть. Она керамическая, вот такая. То есть ты туда наливаешь, ничего не киснет, вкус да, не да. меняется, температура держится часов 7. Ну тут 10 у меня девочек с меньшей пользуются, у меня сиренька. Значит, вот такая штука. Слушай, это что такое? Это портативный воздухоочиститель и дезинфектор. Вот он вешается, и он убивает. Он только в шкаф идет? Или в помещение в том числе? В помещение можно, но просто он большую область сильно, то есть там парочку их можно повесить. Да. Вот это в машину вирусы убивает, бактерии, запахи неприятно убирает. Это как очиститель воздуха или да, нет? Да, это очиститель воздуха для автомобиля. Да, ну, на батарейках работает. Он, по-моему, у нас это вся техника, если не ошибаюсь, где-то там, короче, я еще и не обучилась, как кнопки нажимать конкретно на стакане. Вот такими штуками они все заряжаются. А, ну да, USB, значит, он на аккумуляторе. Да. И вот у нас всякая техника по водородной воде, которая делает воду, структурирует, делает ее аж водородом насыщает, она... Ну, грубо говоря, вот это, например, налил обычную воду, нажал, и там идет ионизация, но насыщается водородом. То есть вот клетка кожи такая, да. А клетка воды такая, не идет промывка. А здесь вода проникает в клетки, вымывает токсины, дезинфицирует. Так это для чего? Это косметическое прыскание. Можно собаку прыскать, еще что-то, лицо, да. Вымывает грязь из клеток. Воспаление, угри, вот это все. И дезинфицирует, и безвредно. Сколько такое стоит еще? Вот штука 27. Так, а вот это вот? Вот это 205 тысяч, она подсоединяется к вашей кухне. Делает щелочную кислотную воду. Вот смотрите, в чем суть. Тело взрослого человека более чем на 70% состоит из воды, правильно? Кровь, важнейшая жидкость организма, имеет слабый щелочной pH. Ну, определенные цифры. Цифры не будем вдаваться, вот они... Да. Где-то вот тут вот. И нам полезная щелочная вода. А мы все, что пьем, оно где-то вот тут вот. И плюс мы все, что едим, оно окисляется, кровь окисляется, и все это очень вредно. А это делает воду полезной, щелочной для крови, для лимфы. Идет оздоровление. То есть, ну как бы, да, интересно. И она у вас. Разные режимы, и еда вкуснее, потому что, ну, без всяких этих... Такой вот последний вот это вот что. Щелочной треугольничек это треугольничек для воды. Это что значит? Кладешь, и он делает ее щелочной. Какой объем это можно положить? Сейчас я посмотрю, есть тут вот какая-то. Это для аппарата, может быть. Вот да нет, это вот в воду прям для себя как раз таки. Тут единственное, что. К сожалению, у меня вот инструкция. Я могу только позвонить и спросить. Нет, да нет, я. Ну, штука полезная, не хотела. То есть это опускается, ну, в некую воду. Да, да, да. И оно, по-моему, причем не одноразовое. Оно на какой-то литраж. К сожалению, сейчас что-то у меня. Да, оно на Корее. Да. У нас тут Корея и Япония. Мочалки наши обязательно потрогайте, чтобы вы знали. Это значит запатентованная пчелиная сота. 10 лет служит гарантия у меня, и она в ней ни микробы, ничего не собираются, она промывается, и она делает, ну, подрежь, давайте руку, я вам мягкой стороной поворачиваю, делает на сухую, вообще на сухую, не на сухую, лимфодренажный массаж, она скрабирует кожу, кровообращение улучшает, и она лимфу, именно лимфодренажный, там определенный, там, отсток в клетку, и токсины выводятся просто за счет того, что ты ее это... 6500. А это 7500, это вот там все. Ну это прям классно, то есть вы поняли, оно целлюлит там где-то, может и скрабер, и... Да, я согласен с вами. Если вот этот набор, то что вы мне продемонстрировали, он выглядит вот так, что касается упаковки. Это вот так выглядит, я правильно понимаю? Да, это вот так, он магнитный и... Вот это вот то, что это по нему, да? Да. Мне понравилось, уж все, я даже стену ничего кому-то дарил. Все берем? Нет, не сейчас. Нет. Не сейчас.
Либо, смотрите, либо еще более покажу варианты. Например, это набор как подарок красивый. Если, например, себе или кому-то там, ну, значит, смотрите, 3400, 2700 карандаш. А, вместе они 6100, но если вы берете их два, то они со скидкой 4800 стоят. То есть это себе, например, что пальчик там есть, что финочка 2700. Полировочка 1600. Значит, все вместе это там указывает цену. Есть по акциям дуэт 4800, квартет 4 этих предмета 8300. Угу. Так, а в этот тогда предмет за 10 тысяч что дополнительного идет? Вот это 4 предмета. Да, и, есть еще, да. Есть еще масляный карандашик. Давайте пальчик покажу. Значит, он тоже для смазывания кутикулы, чтобы у нас тут все было мягкое. Носишь с собой несколько раз в день, чтобы она у нас не пересыхала. На пальчике заботимся, особенно сейчас морозы, холода, все дела. Уход кутикулы. Он сюда входит, и плюс коробка, он 10400, а квартет 4 предмета 8300. Значит, вот к этому входит еще карандаш. Я правильно понял? Вот сюда, да. Да. А, и упаковка такая праздничная. Это если вы хотите, мы можем сделать, например, конверт вот в такой, 4 предмета, 8300 в конверте, как вам там говорят? Ну, тоже. База вся есть. Да, да, база вся есть. Я добавила стену там, да, да. Так, мне сейчас так сложно согласить. Надо. Я должен подумать. Вы знаете, я хотел еще спросить по поводу... вот это вот ножницы еще. Ага, кусачечки интересуют, да? Ну вот нет, вот именно ножницы. А, ножницы. Да. А вам для чего? Резать кожу или ноготь? Кожу. Для кутикулы? Да. Кутикульные, они, видите, с очень острыми носами. Да. Это 9500, 6200. Ну вот и те на хорошем заводе сделаны. Это надо булку убрать. Да, металл, да. Ну там, в принципе, я просто не знал, что такой набор существует. Тогда вот этот набор максимальный. Я могу с помощью набора с кутикулой работать. Правильно? Да. Здесь как бы теряют смысл. Вы для себя или для кого? Нет, я не для себя. Не для себя? Нет, набор. А, для себя. Да. Вот, я не знаю, я очень рекомендую брать вот это, потому что сам себе не всегда аккуратно отрежешь, а ты когда ножницы не отрезал, да, оно отрастает, это заусенец. Да, это я понимаю. Место, да, среза. Да. А здесь это будет зашифровываться. Я вас научу пользоваться, и у вас этого всего не будет, этого белого. Ладно, мне надо еще подумать. А вы сейчас, скажите, я немножко запуталась, вы в подарок сейчас рассматриваете? Я вот это не знаю, я не знаю. Мне может быть лучше для себя приобрести, в подарок я могу что-то другое приобрести. Да. Вы возьмите для себя сейчас хотя бы дуэт, чтобы у вас кожа вот эта вот... Дайте еще раз посмотрю. Да, чтобы нам вот эти сухости убрать, чтобы у нас этот пленочки, вот это вот, вы можете уже начать с этим что-то делать. Не отрезать. Дуэт, что такое? Дуэт, это вот они вдвоем, если вот брать по отдельности, 6100 будет. Да. А они идут по акции 4800 с 20% скидкой. И все, у вас кожа будет улажена. Вот она керамическая, вот такая. То есть ты туда наливаешь, ничего не киснет, вкус не меняется, температура держится часов 7. Ну тут 10 у меня девочек с меньшей пользуются, у меня сиренька. Значит, вот такая штука. Вот это что такое? Это портативный воздухоочиститель и дезинфектор. Вот он вешается, и он убивает. Он только в шкаф идет. Или в помещение в том числе? В помещение можно, но просто он большую область сильно, то есть там парочку их можно повесить. Да. Вот это в машину вирусы убивает, бактерии, запахи неприятно убирает. Это как очиститель воздуха или нет? Да, это очиститель воздуха для автомобиля. Да, ну, на батарейках работает, я полагаю. Он, по-моему, у нас это вся техника, если не ошибаюсь, где-то там, короче... Я еще ей не обучилась, как кнопки нажимать, конкретно на стакане. Вот такими штуками они все заряжаются. А, ну да, USB, значит, на аккумулятор. Да. И вот у нас всякая техника по водородной воде, которая делает воду, структурирует, делает ее аж водородом насыщает. Она, ну, грубо говоря, вот это, например, налил обычную воду,
нажал, и там идет ионизация, но насыщается водородом. То есть вот клетка кожи такая, да, а клетка воды такая, не идет промывка. Угу. А здесь вода проникает в клетки, вымывает токсины, дезинфицирует. Так это для чего? Это косметическое прыскание. Можно собаку прыскать, еще что-то, угу, лицо, да, вымывает грязь из клеток, угу, воспаление, угри, вот это все. И дезинфицирует, и безвредно. Сколько такое стоит еще? Вот штука 27. Так, а вот это вот? Вот это 205 тысяч, она подсоединяется к вашей кухне, делает щелочную кислотную воду. Вот смотрите, да, в чем суть. Тело взрослого человека более чем на 70% состоит из воды, правильно? Кровь, важнейшая жидкость организма, имеет слабый щелочной pH, ну, определенные, да, цифры. Цифры не будем вдаваться, вот они, да, да, где-то вот, вот тут вот. И нам полезная щелочная вода. А мы все, что пьем, оно где-то вот тут вот. И плюс мы все, что едим, оно окисляется, кровь окисляется, и все это очень вредно. А это делает воду полезной, щелочной для крови, для лимфы. Идет оздоровление. То есть, ну, как бы, да, интересно, она у вас. Разные режимы, и еда вкуснее, потому что, ну, без всяких этих... Такой вот последний, вот это вот что-то. Щелочной треугольничек – это треугольничек для воды. Это что значит? Кладешь, и он делает ее щелочной. Какой объем это нужно положить? Сейчас я посмотрю, есть тут, угу, вот какая-то это. Может, для аппарата, может быть. Да нет, это вот в воду, да, прям для себя как раз таки. Тут единственное, что, к сожалению, у меня вот инструкция. Я могу только позвонить, спросить. Нет, да нет, я все равно хотела. Ну, штука полезная, не хотела. То есть это опускается, ну, в некую воду. Да, 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 да. И оно, по-моему, причем не одноразовое. Угу. Оно на какой-то литраж. К сожалению, сейчас что-то у меня. Да, оно на корейском. Да. У нас тут Корея и Япония. Мочалки наши обязательно потрогайте, чтобы вы знали. Это значит запатентованная пчелиная сота. 10 лет служит гарантия у нее. И она в ней ни микробы, ничего не собираются. Она промывается. И она делает, ну, подрегайте руку. Я вам мягкой стороной поворачиваю, делает на сухую, вообще на сухую, на сухую лимфодренажный массаж. Она скрабирует кожу, кровообращение улучшает, и она лимфу, именно лимфодренажный там определенный, да, там отсток вверх, да, да, и токсины выводятся просто за счет, угу, того, что ты ее, это 6500, угу, а это 7500, это вот там все, угу, угу. Ну это прям классно, то есть вы поняли, оно, да, и целлюлит, да, да, там, да, где-то может, и скрабер, и... Да, я согласен с вами, то есть вот этот набор, то, что вы мне продемонстрировали, он выглядит вот так, что касается... А? Это, ну, вот так выглядит, я правильно понимаю? Да, это вот так, он магнитный и... Вот это вот то, что это по нему, да? Да. Мне понравилось, уж все, я даже сцену ничего. Кому-то берем. Хорошо. Все, берем? Нет, не сейчас. Нет, не сейчас. Либо, смотрите, либо еще более начать, покажу варианты. Например, это набор как подарок красивый. Если, например, себе или кому-то там, ну... Угу. Значит, смотрите, 3400... 2700 карандаш, угу, а вместе они 600, но если вы берете их два, да, то они со скидкой 4800, угу, стоят, угу, то есть это себе, например, что, да, пальчик, да, там, если что, филочка 2700, полирочка 1600, значит, все вместе это там упаковывает цену, есть по акциям дуэт 4800, квартет 4 этих предмета 8300. Угу. Так, а в этот тогда предмет за 10 тысяч что дополнительного идет? Вот это 4 предмета. Да, и, а, есть еще, да, есть еще масляный карандашик. Давайте пальчик покажу. Значит, он тоже для смазывания кутикулы, чтобы у нас тут все было мягкое. Носишь с собой несколько раз в день, чтобы она у нас не пересыхала. На пальчике заботимся, особенно сейчас морозы, холода, все дела. Уход кутикулы. Он сюда входит, и плюс коробка, он здесь 400, а квартет 4 предмета 8300. Так, значит, вот к этому входит еще карандаш. Я правильно понял? Вот сюда, да, да. А, и упаковка такая, да, праздничная. Это, но будет... если вы хотите, мы можем сделать, например, конверт вот в такой, 4 предмета, угу, 8300, да, в конверте, как вам там говорят? Ну, тоже. База вся есть. Да, да, база вся есть. Я добавил стену там, да, да. Так, мне сейчас так сложно согласить. Ладно. Я должен подумать. Я, вы знаете, я хотел еще спросить по поводу вот этой вот ножницы еще. Ага. Кусачечки интересуют, да? Ну вот нет, вот именно ножницы. А, ножницы. Да. А вам для чего? Резать кожу или ноготь? Кожу.
Для кутикулы? Да. Кутикульные, они, видите, с очень острыми носами. Да. Это 9500, 6200. Ну вот и те, и те на хорошем заводе сделаны. Это надо бурку убрать. Да, металл, да. Ну там, это, в принципе, я просто не знал, что такой набор существует. Тогда вот этот набор максимальный. Я могу с помощью набора с кутикулой работать. Правильно? Да. Я как бы теряю смысл. Вы для себя или для кого? Нет, я не для себя. Не для себя? Нет, набор. А, для себя. Да. Вот, я не знаю, я очень рекомендую брать вот это, потому что сам себе не всегда аккуратно отрежешь, а ты когда ножницы не отрезал, да. Оно отрастает, это заусенец. Да, это я понимаю. Место, да. Среза. Да. А здесь это будет зашифровываться. Я вас научу пользоваться, и у вас ну, этого всего не будет, этого белого. Ну, ладно, мне надо вообще подумать. А вы сейчас, скажите, я немножко запуталась. Вы в подарок сейчас рассматриваете? Я вот это не знаю, я не знаю. Мне может быть лучше для себя приобрести. В подарок я могу что-то другое приобрести. Да. Вы возьмите для себя сейчас хотя бы дуэт, чтобы у вас кожа вот эта вот... Дайте еще раз посмотрю. Да, чтобы нам вот эти сухо собрать, чтобы у нас этот пленочки, вот это вот. Вы можете уже начать с этим что-то делать. Не отрезать. А дуэт что такое? Дуэт это вот они вдвоем, угу. Если вот брать по отдельности, да. 6100 будет. Да. А они идут по акции 4800 с 20% скидкой. Угу. И все, у вас кожа будет улажена. Я вас научу. Да, я понимаю, да, но мне надо сейчас еще немножко подумать. Все-таки, да. А подумать над чем? Ну, мне нужен вариант еще, вот, либо, может, набор все же взять. А набор вы себе или девушке? Да я не решил еще точно, что я-то, в общем-то, шел-то совершенно за другой историей, которую я сам готовился достаточно долгое время, все спрашивал, узнавал, мне надо это понять. Мне как бы сложно еще прийти к этому, так сказать. Чтобы разницу понять именно в подарке. Может быть, я действительно не буду какую-то косметику дарить, потому что в мире я могу этот набор гораздо интереснее. Он, ну, просто, мне понимаете, кажется. Вот еще тонкий момент. Смотрите, вот я, например, делаю такой маникюр. Да. Мне полировка не актуальна. Потому что я что буду полировать? Нет, нет, это понятно, да? Конечно, абсолютно. Но если девушка делает сама, вот да. У меня мама, например, она не делает это всего, она делает да. Сама. Она взяла себе полировку, да, ну, как бы да, у да, нее да. Все эти есть. И суть в том, что почему? Потому что у нее ноготь защищенный и от всяких расслоений и так далее. Да. Я говорю, обычные полировки, они снимут верхний слой. Вот это защищает. То есть и под лак, еще раз, если она красит обычными лаками, защиту у нас, да, то есть надо вот этот момент просто понять. Если вы знаете, что она не делает гель-лак, ну 100% я знаю, да. Ну просто золото, она да. Должна оценить как человек, который сам делает, потому да. Что она, это у нее времени будет гораздо меньше, и она один да. Раз делает, а потом просто по мере появления она подпиливает. И это вопрос практики, то есть чтобы не было разочарования, мы научим пользоваться, чтобы да, это вот надо. Стало. Хорошо, сейчас я паузу возьму, спасибо. Да, смотрите, спасибо. На этих штуках мой номер телефона. Да, если что, прям не стесняемся лично звоним, потому что если что, я и доставку могу организовать, и проконсультировать. И я тут два через два, то есть я сегодня завтра, потом у меня два дня не будет. Если вы собираетесь приходить. Да, я не пошел, мы уже с вами уже поговорили. Да, если что, мне можете просто взять. Хорошо. Мне, ну да, вы трубку в течение дня возьмете все равно, вы правильно? А? Вы возьмете трубку в течение дня, независимо, выходная вы. Да, если что, если вдруг да? Там мало, да. Я перезвоню, то есть хорошо. Я на связи. Да. А вы как думаете примерно, в каком временном? Я не могу ничего сказать. Я человек такой, знаете, ну, сейчас могу сказать, такой нерешительный, поэтому мне нужно как-то к этому, ну вот, немножко подумать еще. Угу. Ладно, а для себя вы как видите вот? Мне тоже это сложно сказать. Либо набор, либо какой-то элемент. Элементы. А какой больше всего понравился? Вот для вас, вот мы с вами это попробовали? Ну, по ощущениям, ну нет, ну конечно, это все. Знаете, честно говоря, он имеет смысл в наборе это все. Что-то другое дополняет, я это почувствую. Mm-hmm. Знаете. Полировка тоже нужна, это как завершающий этап. Без него как бы визуально, во всяком случае, она необходима. Ну, да, вот она сразу же показывает, что ноготь обработан, согласитесь. Да. Все остальное, это как бы для себя, что называется, не, ну, нет, еще что-то тоже, не увидит. Нет, смотрите, вот я хочу, чтобы вы этот момент увидели, да? Да, я мы вот... когда вот спилили и, ну, обработали, да. То есть ты спилил, а потом еще, когда ты спилил, он, давайте вот другой, да. Он еще когда растет, да, пленочки да. Остаются. Да, и да, вот да, эти да, вот да, штуки. Я прекрасно знаю, да. И когда мы еще спилили, да. Они тоже, ну, ноготь оголится, вот эту ногтевую ложу, все. И мы его вычищаем, то есть вот эти, чтобы вы поняли.